Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В эти выходные в Самаре пройдет Всероссийский фестиваль фотографии «Фотокон». Два фестивальных дня, десятки мастер-классов и творческих встреч, фотовыставки и фотосессии. Лучшие самарские российские фотографы будут участвовать в конкурсе, а также будут готовы нацелить свои объективы на вас. Море интересных активностей и фотографий гарантировано. Все начнется 5 августа в 12:00 в Загородном парке. Организаторы – Самарский музей фотографии «Фотоистория». В субботу на площадке МТЛ-арена состоится Поволжский фестиваль гик-культуры «Катмонавт» под девизом «Запусти своего кота в космос». «Катмонавт» — это один из самых крупнейших фестивалей во всем Поволжье, направленный на объединение людей, увлекающихся комиксами, аниме-культурой, компьютерными играми, наукой и фантастикой. В планах организаторов – ярмарка комиксов, косплей-дефиле, кибертурниры, лекции, конкурсы, призы, зоны любимых фильмов, сериалов, игр и комиксов. 5 августа на территории учебно-спортивного центра «Чайка» в поселке Управленческий состоится первый открытый легкоатлетический кросс «Сокольи горы». Старт участникам будет дан по возрастным группам в 11:00. Трасса для кросса будет проходить по уже знакомым любителям спорта лесным тропам в окрестностях Сокольих гор на дистанции 3, 5 и 10 километров. В каждой возрастной группе наградят победителей, а тем, кто доберется до финиша, памятный диплом. Ведь главное – это участие. Еще один, но уже благотворительный забег состоится в воскресенье в честь Дня железнодорожника и 180-летия железных дорог России. Все средства от участия в забеге «Достигая цели» будут перечислены в благотворительный фонд для малыша Ивана Потапова из Самары. Для всех, кто придет поучаствовать или посмотреть, будут организованы спортивные зоны, аттракционы и мастер-классы. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения.